Сегодня в Самаре был дан старт крупнейшему проекту, который без преувеличения будет определять демографическое будущее Самарской области. Глава региона и первые лица округа заложили первый камень в основании строительства нового многофункционального госпиталя «Мать и дитя». Медицинское учреждение будет располагаться на территории бывшего поселка «Радиоцентр» в Кировском районе и построят его на государственные и частные средства. 3,5 миллиарда частные инвестиции, 800 новых рабочих мест, 1000, а в будущем и десятки тысяч новых жизней. Это многофункциональный госпиталь «Мать и дитя». Раз выбрана Самарская область, это же вот частная компания, которая все равно, так сказать, очень внимательно считает и свои вложения, и, так сказать, окупаемость их инвестиций. И раз Самарская область выбрана вот таким регионом, это говорит о том, что в Самарской области все хорошо. Развивается экономика, есть перспектива ее развития. Растет действительно рождаемость, улучшается демографическая ситуация, создаются условия для жизни людей, которые стимулируют молодые семьи, так сказать, рожать детей. Он будет находиться рядом с территорией радиоцентра. Здесь и футбольный стадион к чемпионату мира, и в будущем Гагарин-центр, где будут работать лучшие ученые области России и мира. Проект уникальный. Понятно, что мэтры науки будут сотрудничать и с госпиталем. Инвесторы сами выбрали эту площадку. Медицинское учреждение будет оказывать не только платные услуги, но и в рамках обязательного медицинского страхования. И если сейчас, говорят предприниматели, квота 10%, то к открытию ее планируют увеличить в два раза. Я президенту докладывал, что за 4-5 лет последних мы на 10% увеличили рождаемость. Но вот если брать уже прошлый год, рождаемость мы увеличили за счет ЭКО. У нас на 487 детей родилось больше, а за счет новых технологий 700 с небольшим, или около 700, да, родилось за счет новых технологий. Марк Курцер. Это имя стало в медицине уже нарицательным. О нем говорят «врач от Бога», успешный и дальновидный предприниматель. По его планам, центр окупится за 7 лет. Вот он получает от губернатора официальный документ – разрешение на строительство. Известный профессор благодарит главу региона и обещает – все работы выполнят в срок. Первых пациентов госпиталь примет в конце 2017 года. Я каждый раз наши с вами встречаюсь, я поражаюсь. Я много вижу с губернаторами, и очень часто, когда я приезжаю, мы встречаемся, обсуждаем. Но впервые вот руководитель области не просто сказал о приросте населения, а провел анализ и связал вот этот рост с вспомогательными репродуктивными технологиями. Вы не представляете, как это отражается в душе каждого врача-репродуктолога. Ведь это в самом деле колоссальный труд. Работать центр будет не только на Самарскую область, но и на соседние регионы. Детская и взрослая поликлиники, диагностический блок, стационары, родильное отделение, хирургия, реанимация. Всего 6 этажей. Все по современным технологиям. По государственно-частному партнерству регион третий после Москвы и Санкт-Петербурга. И что важно, 75% инвестиций сосредоточены в медицине. У нас сейчас в работе инвестиций частных более 7 миллиардов рублей вкладывается. И, конечно, для нас это исключительно важно, что понятно, что у нас нет тех возможностей такими темпами развивать самую высокотехнологичную, скажем, медицину. И вот сегодня «Мать и дитя» – это, ну, скажем, абсолютно мировые стандарты. Понятно, это дорого стоит, и оборудование будет соответствующее, и чистые комнаты, и все-все-все. И участие частных инвесторов для нас исключительно важно. Уже через пару месяцев первых пациентов примет клиника сердца. В ней смогут проводить до 12 тысяч операций в год любой сложности. Откроются еще 3 современных диализных центра. Появится и центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Сергей Овчинников, Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии.